У Тумановой дом, добрый дом в доме том. Песни, книги, сказки и картины. И ребятам не лень проводить целый день в добром доме у Тумановой Ирины. Здравствуйте, дорогие ребята, с вами я, Ирина Туманова. Рада приветствовать вас в моем добром доме. Ай-яй-яй-яй-яй, неужели среди вас есть непослушные, неряхи, которые разбрасывают игрушки в своей комнате, которые попрошайничают, ябедничают? Да быть такого не может. Но я знаю, что сегодня только хорошие дети, и вашим мамам не будет за вас стыдно. Вы не будете капризничать в магазине, и в комнатах у вас порядок. Художник Лена Верзина к моей песенке «Избалованные дети» нарисовала разные иллюстрации. Вот, например, на этих двух дети очень непослушные. А вот на другой картинке девочка хорошая и аккуратная. Еще есть раскраски. Давайте все вместе это посмотрим. Ребята, давайте вы мне расскажете, какие у вас ужасные истории происходят в ваших детских комнатах. Я вам вышлю свои иллюстрации из этой книжки «Раз, два, три песенки», а вы потом раскрасите и пришлете мне обратно эти цветные рисунки на мою электронную почту. Договорились? Такой крошечный малыш, которого нам принес Аист, конечно, не рождается сразу избалованный. Это происходит от большой любви мам, пап, бабушек и дедушек. Иногда мама сама порой уже плачет и ничего не может поделать. В таких случаях могут помочь только друзья. Но кто в детском саду будет терпеть капризулю? А во дворе разве мальчишки будут с таким играть? Да не будут. Ребята, если вы узнали себя в моем видеоклипе, исправляйтесь поскорее. Берегите своих мам. Я надеюсь, что вы пришлете фотографии, где вы улыбаетесь. Присылайте на мою электронную почту. Ну что, ребята, давайте послушаем еще раз мою песенку. Кстати, она очень танцевальная. Вот ребята из 330-й московской школы сделали на эту песенку целую постановку. Давайте послушаем, посмотрим и потанцуем. Yeah.
что, натанцевались мои послушные и неизбалованные. С вами была я, Ирина Туманова, и программа «Добрый дом». Пока! У Тумановой дом, добрый дом, в доме том. Песни, книги, сказки и картины. И ребятам не лень проводить целый день в добром доме у Тумановой Ирины.